хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять. Нет времени, и все против тебя. Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. Автор 24. Помогаем учиться. Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Итак, слушается дело Джибауи. Джибауи против Рейнольдс. Все стороны готовы начать? Да, Ваша честь. Хорошо. Первое слово предоставляется стороне истца. Сегодня я выступаю от лица моего клиента Анвара Джибави. Он получил неизлечимое заболевание от мисс Рейнольдс. Он лишился работы. Он эмоционально подавлен. Физически, психологически. Мы просто требуем правосудия. Мистер Джибаваки, какое у вас заболевание? Вши, Ваша честь. Чего? Простите, что? Мы считаем это неприемлемым. Извини, конечно, но жди своей очереди. Спасибо. Порядку, к порядку. И, Ваша честь, мы выдвигаем иск на $10. Тяжело живешь, да? Простите, я ошибся, жужжанием в шее не расслышал. 10 миллионов триллионов долларов. Такого числа не существует. 10 миллиардов молочных коктейлей. Вы же понимаете, что это все неприемлемо. Вы можете это остановить? Мы определились, нам нужно 10 миллиардов. Цицилионов, триллионов, миллионов. Кислых синих шипучек. Можно еще красные. Красные тоже подойдут. Че? Они отвратительные. Красные норм. Без красных, только синие. Мы просим молочный коктейль. А при этом зачем он только синий? Че вы вообще несете? Она мне жизнь разрушила. К порядку. Передаю слово стороне защиты. Ваша честь, мой клиент попросила у мистера Джибави телефон. Она взяла его и сделала телефонный звонок. Я понял. Она взяла его и прикоснулась к моей руке. Контакт кожа к коже. Да, как бы она по-другому тебе его дала. Кожа к коже прикоснулась. Ты заразил его, ты заразил его. Истец, у вас есть свидетель, который вы хотите вызвать? Ваша честь, я хотел бы вызвать самого Анвара Джибави. Иди. Помоги мне. Ему надо помочь. Бери ногу, бери ногу. Давай, осторожно. Пошли. А у неё вши, осторожно. О, прости. Сейчас. А моя щиколотка. Осторожно, щиколотка. Ну, серьезно. Мистер Джибави, где вы были ночью 29 марта? Ходил в кино. С кем? С тобой. И что мы смотрели? Power Rangers 3. Классный фильм, рекомендую. Я Красный Рейнджер. Чтобы вы знали. Нет, я уже до этого был Красный Рейнджер. Чё, вообще-то это я Красный Рейнджер. Нет, я говорю, я Красный Рейнджер. Ты говорю, ты серый Рейнджер. Я Красный Рейнджер. Он может быть синим Рейнджером. Я себя чувствую... Я Красный Рейнджер. Как это вообще к делу относится? Я Красный Рейнджер. Да у меня даже стрижка, как у Красного Рейнджера. Это как-то относится к делу? В этот день мой клиент столкнулся с мисс Рейнольдс. И она использовала его телефон. И передала ему вирус в шеи. Это вообще бессмысленно. У вас есть доказательства? Или заключение, что вашего клиента вши? Конечно, есть. И я вызываю свидетелем доктора Фила. Спасибо, что смогли прийти, доктор Фил. Это ненормально. Итак, судья, простите. Доктор Фил, вы брали тест у Анвара Джибави. Я провел все обычные типичные тесты. Как вы врачи делаете? И анализ крови показал наличие вшей. О, анализ крови показал наличие вшей. У него нет вшей. Также анализы показали, что из-за вшей перестал работать его пенис. Окей. У моего клиента ужасный побочный эффект от вшей. И это еще даже не все аномалии. Я продолжу? Пожалуйста. Мэм, это ваша желтая машина? А ты посмотрел, держи удар. Простите, а у вас есть лицензия врача? Да. Мне кажется, по его внешнему виду понятно, что у него есть квалификация. Кто выдал вам лицензию? Американская лицензионная ассоциация. Это не важно, потому что важно то, что этого человека заразили вшами. Она заразила его вшами. Дьявол. Она дьявол. Они же друзья, это же какой-то подставной врач в голубой рубашке. Может начаться эпидемия вшей. И что нам тогда делать? Порядку. Вы закончили? Ребят, закончили? Судья, пожалуйста. Помогите правосудию. Судья, дурак. Ты чё, ты ж перед микрофоном. Прости. Теперь извиняюсь. Простите. Вызываю дать показания мисс Рейнольдс.
Мисс Рейнольдс, последний раз, расскажите суду, как все было? Я шла с работы, у меня умер телефон, и я попросила... Ты работаешь распространителем вшей? У тебя нет вшей! Мы протестуем, потому что она все врет. Если у тебя вши, зачем тебе держатель на шее, чтобы не распространять вшей? Не могу этот бред слушать, вы выиграли, мисс Рейнольдс. Да. Дело закрыто. Мы не выиграли. Вот блин! Почему? Спасибо, господин судья. Зато у тебя вши. Стой, у тебя что же вши? Не-не-не, ему нормально, то что у него это нормально. Только не плачь. Напоминаю, вы в зале суда. Тогда пускай она хотя бы купит нам попкорн. Да. Пусть она купит попкорн. Собирайтесь и проваливайте из моего Стойте. Суда. У меня есть главная улика. Черт! Ты тоже получишь. Давай, пропиши Малася. Пропиши ему. Ща пропишу. А ну быстро сядь. А перевел и озвучил виски. Ага.